Приветствую, друзья! Вы смотрите «Герои меча и магии», часть 5. Это миссия, компания некромантов. Миссия, кажется, третья. Да, третья. Называется «Вторжение». Тут нам поставлена задача отобрать у магов их наши артефакты, то есть некроманские. Вот. И тут вот меня сейчас накроет Хафиз. Он мне просто угрожает жестко. Я сохранился, конечно. Сейчас мы посмотрим, как это все здесь будет. Вот эти вот... Они мне просто не влезут. Ну, придется так. Вампиры. Обычные вампиры. А у меня... А, по-моему, у меня обычные как раз. Так, вот сейчас Хафиз меня может зажать. Это будет очень плохо. Ни хрена не нашла наша неудачница. Изабель, хорошо, здесь... Мы, по крайней мере, провели разведку, и можно пока что вернуться сюда. Так, а ты, Каспар, давай забирай 500 монеток. Здесь, кстати, по-моему, не всегда монетки. Здесь может еще какие-то, могут какие-то ресурсы выпасть. Так, ну понятно все, личи у нас не хватает. В смысле ресурсов на личей. Давайте туда мы пока просто скупимся. Так, и здесь тоже. Тут у меня, кстати, вообще все плохо. У меня развитие городское стоит. Давайте хотя бы... Так, что ли? Цитадель. А, форт, это форт мы поставили. Давайте так. Здесь я пока ничего строить не буду, потому что Хафиз сейчас заберет город. И заберет, наверное, Маркела, да? Блин, не дай бог. Нет, он не дошел, по-моему. Ну да. Я только надеюсь, что мне сейчас там будет отход внизу. А вообще, если... О! Посох преисподней — это хорошо. Но грубая сила иногда не менее полезна, чем магия. Думаю, армия в 1000 скелетов нам не помешает. 1000 скелетов, это круто. Так, что, ты уже средний, что ли? Нет, он высокий. Давайте мне вампиров. А теперь ты что скажешь? Все равно ты высокий, да? Так, вот сюда мне, наверное, сейчас нельзя идти просто. Меня сейчас здесь иначе в тупик зажмут. И я умру. Так. Вот что мне сейчас делать, а? Вот здесь вот архи-личи. У меня... Я просто не знаю, что делать прямо. Что там? Призыв элементалей. О, еще костяные драконы, но их мало. Колоссы. Ну, колоссы не проблема. Но, блин, он меня сейчас в тупик загонит. На самом-то деле. Мне это не очень хочется. Потому что он меня сожрет просто. Не дошел, да? Да, сейчас он тот город заберет. Это как пить дать. Но это и меньшее зло, потому что не забрал бы он этот город, который я сейчас пытаюсь так усиленно отстроить. И шахту серную, кстати, тоже сейчас может просто отобрать у меня. Да. Как-то он странно ходит. Что-то он выдумывает, высчитывает. Меня это напрягает. Хорошо. Здесь у нас уже более-менее армия. Так. Что делать с личами? Кто-нибудь мне что-нибудь скажет по этому поводу? Нет? Оставить их пока. Давайте в защиту. Так, иди сюда. Сэр Дракон. Так, леди Изабель, плывите домой. И вы, сэр Каспар. Ну, вам, наверное, туда уже не надо. Вы можете пока тут отдыхать. Так, что я могу поставить? Храм Нижнего Гребаного Мира. Вот зачем он мне, по сути, пока что? Здесь руды надо много. А тут что могу?
А, давайте ставить замок, цитадель в смысле. Что там, Хафиз? Так, а тут с ним еще парень, они вообще вдвоем против меня. Да вы что, спятили? Нархиз в средний. Хафиз без шансов. Значит, для меня Нархиз хрень. Ну да, он очень низкий. А вот Хафиз по-прежнему высок. Так, иди ко мне, брат. Ох ты, вот это хорошие сапоги. Так, ну здесь я не уйду. У меня есть призыв корабля? Угу. Конечно. Ну и что мне делать теперь? Если он сейчас на мой корабль сядет, это караул будет. Он меня завалит просто. Слушайте, я, по-моему, в тупике. Так, ну здесь я буду менять скелетов, скорее всего. А, город забрали, да? Так, по 4000, это хорошо, пусть будут. 6000 у нас и того. Город у меня отобрали, но они его в магический, короче, не превратили. Это хорошо тоже. У них... А, вот серную шахту забрал. Да, все, он сел, и он сейчас просто мне башку снесет. Попробовать его выманить. Если он сейчас вниз поплывет, мне конец. Ну, по сути. Замок. Замок 10 надо. Проклятых 10 руды. Блин, ну он, на, они нам тут всем навтыкают. Без шансов. Низкий. Сиди пока, кури, Изабель. А мы тут будем что-нибудь придумывать. 32, ну разумеется, я их поменяю. Так, может он сейчас за мной пойдет? Может он меня увидит такой? Хоп. Хоп-хоп такой. Убили моего этого, падлы. Не, если он вниз поплывет, мне конец реально. Но он поплывет вниз. Да? Ты же не... Нет, он спешился, это хорошо. Может, у меня есть шанс проскользнуть сейчас мимо? О, не, другие плывут. Не вижу пока. Так, я смогу его одолеть, конечно. Этого не смогу. Попробовать замочить его здесь. И бежать со всех ног, да? Блин, это реально жестко. Давайте я хоть F5 нажму. Ладно, хрен с тобой. 412, 813. 405. Блин, 404. Нет, ну я могу 150, наверное, где-то, да? Да, больше даже. Нет, это уже чересчур, конечно, принаглел. 486, ну давайте так. Хорошо, мудрость. Вне зависимости от достигнутого уровня в конкретной школе магии. Ну, смысл в этом. Реально это нахрен не надо. Так, ну этот-то меня легко здесь нагонит. Так, что делать-то? Наверх уходить. Очень низкий. Очень низкий.
Блин. Давайте еще раз F5. Я, наверное, пойду сюда прямо. Прямо ему под нос залезу. Он меня догонит, наверное. Ну, нет, конечно, догонит. Если догонит, нам, конечно, конец. Сейчас вообще отстраивать не надо, ни хрена, мне кажется. Ну, не догони. А, все, конец. Да там до хрена у него войск. Здесь бесполезно с ним сражаться. Сорок. Да. Чё, как с ними драться? Это же бред. Берса кинуть ему. На два хода, конечно. Опа, на кого? А, у тебя засранец и такие волшебное зеркало. Ну тогда все понятно. Уклонение на горгулю ложит. Сейчас сюда облако, да? Нет. Он просто уничтожил вампиров. Блин, и попал. Так, иди воняй. Отобрал удачу немного. Так, подчинить тебя. Попробовать. Да посмотри, что творится, а. Вот это жесть. Не. Там бесполезно. Че вот я его подчинил? Какой в этом толк? На тебе. Не, ну победить тут, конечно, нереально все равно. Короче, горгулей теперь не убить, я так понял, да? Ух ты! Хафиз убежал! Да ну! Это что, шутка? Он засал. Так, низкий таланар. Низкий для меня, но... Для Изабелли-то он будет не низкий. Как мне это напрягает все. А там, кстати, колодец недалеко. Я, пожалуй, еще раз F5 кну. Ну, быстро сохранить, короче. На F5 нажму. Так, туника из плоти, это нам надо. Отлично. Мне надо вот это вот очень-очень срочно надо. Блин. Я хочу, чтобы он тогда сюда ко мне заплыл. Так, это... Блин, вот это вот плохо. Блин, мне надо, короче, домой. Вот Хафиз убежал, но у них там все равно еще армия будет, да? Блин, я вот здесь вообще не могу продвинуться ни капли, ну.
10 надо руды, 10. Но сейчас пока не могу. Этот город я пока смысла не вижу строить, потому что он не обезопасен. Здесь вокруг враги роются. Или роятся даже. Блин, классно, Хафиза обул. Так, 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 тихо там. Я понимаю, что тебе ко мне надо. И я лечу. Я лечу на перерез. Мне больше ничего не остается. Как догонять тебя, мразота? Эльфийская ты, мразота. Ну, Каспар с ним не справится. Слишком жестко. Да, блин. Он слишком жесткий. И он видит наш город, я так понял. Без шансов. Ну, я просто счастлив. 10, да? Ну, хоть личи. Это, конечно, никак вообще ни на что не влияет. Ну, хоть личи. Эльф-то вот здесь меня и перехитрил, получается. 500. Все, обратно домой залазь. Ох, надо догонять его скорее, а. Я надеюсь, только он тупанет, но он не тупанет, скорее всего. Да, он просто плывет тупо к своей цели. Он, скорее всего, запрограммирован на это. Чего у меня тут? Секстант у меня? Да. Как бы тебя догнать-то так, а, братец ты кролик? И домой у меня нету возврата. Но ведь не догоню я его, 100%. И тогда все кончится печально для нас. Еще 10. Смотрите, как руду жрет. А, опять достигнут. А, я даже не могу замок построить. Понятно все. Не, Каспар, ты сиди где? Где сидел? Блин, я боюсь, я его не догоню. Мне уже похрену на мага, мне главный эльф. Ссаный этот эльф. А он сейчас высадится. Все, я его не поймал. Засада, да? Единственное, он может затупить, понизу побегать. Но я сомневаюсь. Он, мне кажется, прямиком к городу пойдет. И захватит его. Ну, вообще, это нечестно. Абсолютно нечестно. Как ты мог угадать-то, что у меня здесь, а? Этот, кстати, храм надо построить. Здесь у мертвия. Ладно, чувак, что я тебе могу посоветовать? Держись как можешь. Отбивайся, сражайся жестко. И умри с честью, сэр Каспар. Понятно, что без шансов, но я сейчас помогу тебе как-нибудь. Хотя штурмовать свой собственный город, это, конечно, жесть. Но он, это реально компом, он даже... Опа-па, а это еще хуже. Это просто очень плохо. Что он пошел к Изабель. Изабель-то конкретно у нас сейчас попадет здесь. Изабель. Бежать. Так. Забудь обо всем. Ты хотела с ними поговорить, так они не захотели. Так, все, мне надоело. Я строю у мертвей.
Блин, подождите, чё? 10, да? Да. Ну, это меня реально уже бесит. Я так думаю, пора приниматься за тот город. Потихонечку. Нет, не за этот. Вот за этот. Таверна. Надо 5 руды. 5 руды гребаные надо. Руда это все похоже. Ну, мне кажется, он сейчас захватит город. А там замок. Вот ты мразь. Вот посмотрите, какие они, а. Нура. Хренура. О, а чё он застрял? Вы это видели? Ребят, вы это видели? Так, ладно, вы это видели. Но суть не в этом. Суть в том, что мне сейчас надо замочить эльфа. Постараться. Да я думаю, я его замочу, фигли. Жмем F5 и вперед. Эльф, наверное, будет сильный. Иди сюда. Что там по потерям? Много? 100, так, 119. Вообще достаточно много. Я попробую как-нибудь это минимизировать, но я не думаю, что у меня... Да ты дурак, потому что, ссаный. Тайные знания. О, это хорошо, это хорошо. Нет, подожди, 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 подожди. Я хочу сразиться. А потом мы уже посмотрим, что ты там скажешь. Не знаю, получится ли у меня реально минимизировать. Надо запомнить эту цифру. Вручную, ё-моё. Сейчас берсерков поналожим, там всякой этой хренотени. Так, как-то странно у меня расположены. Я хочу пустить вот этих зомби туда. Вперед, чтобы они пахли там. А, почему? А, у меня здесь еще и не влазит никто. А какая-то странная арена, да? Во. Смотрите, я на время дерусь. Это круто, да? Ну, боевой дух это само собой. Само собой. Здесь зайдет вот такая фишка. Как рассеянность общая. И стрелки уже сразу ни с себя ни хрена не представляют. Ну, только друиды свои молнии будут сейчас бить. Так, здесь я подставлюсь. Блин, ну он, конечно, больно ударит. Да, бить в уклонение это, конечно, глупо. Но с прямой стрелы, однако. Нет, ну надо бить. Он сейчас больно ударит. А, ну я так и думал, что с удачей. Ты же такая шлюшка. Ты бьешь только с удачей, да? Молния, да. Нет, каменная кожа. Подчинение. На 5 ходов. Нормально. Иди сюда. А, так он же безответный. Я и забыл. Че, не попал? Да. Так, надо вот этих валить. Там мразота-то умница, да? Ты просто умница. Так, что бы с тобой сделать?
Я не хочу молнию еще одну поймать, просто понимаете, да? А давай-ка ты с удачей ударишь. Ага. Я много мечтаю в последнее время. Хорошо, вроде бы затаскиваем. Ну, это понятное дело, что мы затащим. Другое дело, что... Пятнадцать только, да? Это мало. Сдохни. Так, ты у нас еще наш. Наш человек. Ну ты из-за засада. Так, ну этого можно просто расстреливать. Чего у тебя там по мане еще? Да до хрена, да? Ты дичь просто. 14, 6, 3, 2, 3. Давайте вампиров возвращать потихоньку. Он у нас с забывкой же, да, он рассеянность. Хрен тебе. Сейчас опять зарядит своим кольцом. Вот камеру его. Я не вижу, что он делает, падла. Тупая камера. Так, либо 15, либо 2. 3, 3. Ну, давайте, наверное, все-таки 15 этих. Так, это у меня простые привидения. Так бы я ману у них сейчас забрал бы. Конечно же, никакого мне... Никакой мне удачи и не будет. Че, у меня 17, да? Подчинить их, что ли, чтобы они никого... Не это самое... Ага, 18 маны, ё-моё. Я их не замочу сейчас. Да, конечно, я их не замочу. Че, ослепить опять? Чтобы сэкономить побольше войск. Ну, они молнии ударят, но это с ежику понятно. Извращенец долбанный, а. Достал. Давай, врезайся. Во, с удачей это хорошо. Но он все равно зарядит сейчас, да? Молнии своей ссаной. А у меня больше ничего нет? Интересного. Нет, у меня ничего интересного нету, поэтому бьем с руки. Нету у меня этой гребаной духовной связи. А, ну он дебил, он просто кожу заюзал. И все они умерли. Все, эльфам, не, эльфам конец. Что у нас по потерям? По-моему, поменьше, да? Ну и ладно. 509 энергии, тем не менее. 300. Блин, до хрена, до хрена. Но предпочту я, наверное, все-таки их взять. Сколько? 10 штучек получится. 610. К сожалению, нет. 488. А 9, если... Да нет, зараза, слишком ты жирная, да? Слишком много ты стоишь мне. Хорошо, тайные знания. Это хорошая вещь. Эльфы выступили против нас и потому погибли. Николас, любовь моя, я молюсь о том, чтобы все эти жертвы были не напрасны. Сейчас, эльфы.
Эльфы вообще тупори, блин. Нехрен было лезть к Маркелу Великому. Так, надо посетить колодец. И... забирать назад город. Нури люлей давать, чё. Мне это не нравится, что она отобрала у нас. Так, ну здесь надо что-то построить. А, блин, Каспар или Каспар. Мне ты нужен. Нет, мне надо еще в город вернуться, чтобы получить существ. Давайте мавзолей попробуем построить. 10 и 3 самоцвета. То есть 8, да? Так, что, махнем не глядя? Да. Но предпочту я вот этих ребят отстраивать. Я думаю, вы понимаете, почему. Так, что, Изабель, сиди, кури, копи силу, наверное. Пока я ничего не могу тебе сказать больше. Школу магии отстраиваем. Может, у тебя тоже что интересное по теме. Например, вампиризм появится. По-моему, больше ничего более крутого не может быть. Давай, давай, некроманский город. Много ты там сейчас насобираешь себе армии. Да-да, чувак, я к тебе иду. Ты правильно сделал, что спрятался. Так, давайте мы улучшим. Этих в этих, этих в этих, этих в этих. Ну и все. А ну-ка, гони мне армию. Да я смотрю, ты охренел тут. Или этих ему оставить пока. Да, пусть пока с ними сидит. А мы пока так походим. Так, очень низкая, но у нас вот здесь вот конкретно проблема, да, уже, я так думаю, намечаются. Хотя нет, не вижу никаких пока проблем здесь. Пока все низкие, хорошо. Сейчас, кстати, неделя кончится. Сколько у нас уже маны? Сотня. У меня, к сожалению, нет времени просто сидеть. Что мне здесь еще надо? Также 10, всего по 10, короче. Надо шахты набирать, побольше шахт. Желательно очень много шахт. Так, неделя мертвого штиля. Какое-то письмо пришло. Так, все, Изабель, залазь пока. Сиди, отдыхай. Строить ты здесь все равно ничего не можешь. Давай мы тебе накупим немножко войск. Вот и сиди с ними. Ты у нас все равно ничего не делаешь. Тут тоже ни хрена пока нельзя. А вот сейчас здесь я вообще ничего не смогу. У меня не хватит денег на все это. Да, вообще жесть. Так, шахты вот здесь есть. Рудная и заброшенная. Не знаю где. Блин, ну там высшие вампиры. Но у меня есть слот под них, если что. Надо где-то спешиться с какой-то стороны. Наверное, здесь где-то с этой. Как назло, конечно. Как всегда, у меня беда с экономической составляющей. Совсем нет шахт, нет ресурсов. Надо добывать. О, кстати, вот здесь же шахты. Вот здесь шахта. Может, и забыть сюда натравить. Че она у меня сидит? Спит. Здесь кристально, но сюда нельзя спешиваться. Потому что здесь... или можно. Ладно, сейчас мы ее туда и забыли направим по-любому. Пусть добывает нам... ой, нет. Пусть добывает нам сырье. Так, сотни серберов. Кстати, нехило. Сами знаете, кто такие церберы и что они умеют. Так. Что там у нас?
Еще ни хрена не все, да? Хорошо, хорошо. Блин, вот серную шахту забрал, падла. Ненавижу. Так, Цербер, вы меня пропустите к моим братьям, да и к шахтам тоже я бы очень хотел пробраться. Так, тебе сюда. Низкая. Ну, попробуем одолеть. Тем более, что Изабеллина все равно ни хрена не делает. Заодно посмотрим, какой там навык. Не, мне на самом деле мне повезло, что не был убит Каспар. А эльф просто затупил. Встал там где-то. Ой-ой-ой. А, это, блин. Мне что-то показалось, что он на моих землях. Вот-вот, вонючка уже бегает какая-то. Навонял, это значит сильная армия. Так, иди сюда. Так, ты сторожевая собака, да, я смотрю. Ох, как хорошо-то. Это хорошо. Сколько ж я могу взять? 40 могу взять? Да, аккурат 40 берется. И пацаны ко мне идут. 62 существа, это же очень хорошо. Пенальти за пересеченную местность, это вообще вещь. Я, наверное, пока даже в этом похожу. А, говно. Что за шахта? Кристалл, хорошо. Уже и знаем такое. У этих... Вот эти сейчас у меня ману заберут, падлы. Я этого очень не хочу. Так, иди сюда. Ладно, 28 монет. Штормовой ветер, зов. Скорость летающих существ противника на одну. Не знаю даже. На, вот тебе надзор лучше. Ты у меня все равно бесполезная, мадам. Иди вон, убей горгулей. Надо будет маркером сюда потом залезть. Так, хорошо, покинутый собор. Это уже интересней. Но мне бы сначала хотелось высших вампиров поставить. Так, что там надо? Самоцветов еще две штучки, да? А почему такие космические цены? Все, и мне не на что их улучшать. Так, мне же надо еще 1000 скелетов набрать, чуть не забыл. Так, ну-ка, давай. Хорошо, пацаны, вы вообще молодцы. Давайте посмотрим, что здесь нам предложит эта штука. А, мы умные слишком, да? Ну, понятно. Так, 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 где там черти эти полосатые? Я, пожалуй, именно конкретно их оставлю в покое. Я не хочу расставаться с маной. Все, более-менее. У нас пошло-поехало. Можно даже начинать отстраивать гильдию магов. А, да, только вторую. В принципе, здесь все однотипно. Ничего нового я не вижу. Те же заклинания. Блин, надо вот что-то делать с этим городом. Вот этот вот воняет, надо посмотреть на него. А, ну он очень низкий все равно. Да. Ладно, друзья, на этом предлагаю серию закончить. Надеюсь, вам она понравилась. Серия, скорее всего, именно конкретно по этой миссии будет еще не одна и не две впереди, потому что миссия, да, миссия злая, такая злючая. Как и прошлая. В прошлой миссии просто я не совсем правильно сыграл, там надо было сразу начинать развиваться, захватывать всего как можно побольше, а я потом уже на тормозах спустил и в итоге догонял. Пришлось аж второго героя развивать, чтобы она могла пробить город. Ну, каждый по-своему, в общем, играет. Большое спасибо, друзья, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Всего вам самого хорошего и пока.